Стоял у окна и смотрел на строительство. Я всегда это делал в конце рабочего дня. Мой туннель. Укатные дороги устремляются со всех сторон к горе. Мчатся автомашины, груженные лесом, бухтами электропроводов, контейнерами. Где-то гудит электровоз. Подумать только. 1,5 года назад здесь не было ничего. Ничего, кроме мертвых гор и воющих ветров. Неужели мы сами своими руками построили все это? Неужели мы все-таки пробили эту гору? Конечно, сами. Сами. Я полюбил Заполярье. Это мой край. Моя земля. Да-да? Можно? Пожалуйста, входите. Я не помешала? Пожалуйста. Моя фамилия Волошина. Я геолог. Наша экспедиция приехала сюда недавно. Мы будем заниматься минералами и структурой земного массива. Лично я, минеролог, узнала бы, что здесь туннель строят. И, конечно, сразу прибежала сюда. Я думаю, вам не надо объяснять, что в туннеле порода предстает, так сказать, в более наглядном виде. Надеюсь, вам это понятно? Надеюсь, мне это понятно. У меня к вам две просьбы. Во-первых, я прошу разрешения приходить в ваш туннель. Мне это необходимо. Угу. И второе, может быть, вы разрешите подорвать небольшой участок? Я смогла бы получить новые, свежие образцы породы. Нет. У меня нет сейчас свободных взрывников. Все рабочие очень заняты. Если нужно, руководитель нашей экспедиции может поговорить с директором вашего комбината. Я просто не думал, что такое элементарное дело потребует длинных согласований. В прошлых экспедициях мне не приходилось встречаться с трудностями подобного рода. В прошлых экспедициях? Да вам не больше 20 лет от роду. Где же вы бывали в прошлых экспедициях? На Урале. Ну еще? Ну, я думаю, в конце концов, это не важно. И послушайте. Я не понимаю, почему вы меня так встретили? Ведь я же приехала сюда не просто для своего удовольствия. Ведь вы же меня совсем не знаете. Знаю. Ну что, собственно, вы знаете? Все. Все знаю. Знаю, что вы молодой специалист. Окончили институт в этом или прошлом году, верно? Ну, допустим. Вас еще в вузе тянуло в самые трудные, самые дальние экспедиции, так? Ну, правильно, ну какое... Не, вы подождите, подождите, слушайте. Вы, конечно, романтик. У вас есть мечта. Есть, говорите? Конечно. У каждого человека, по-моему, есть мечта. А я знаю вашу. Вы хотите открыть новый минерал. Самый новый, неизвестный в науке минерал. Вся наша промышленность только и ждет вот этого минерала. Вы назовете его Волошить, ведь ваша фамилия, кажется, Волошина. Я знаю все наперед. Начнется зима. Ваши палатки занесет снегом, потом наступит кромешная ночь. Будут дуть сильные ветры, и вот тогда вы поймете разницу между своей мечтой и действительностью. Вы забудете о своем минерале. И у вас появится другая мечта, мечта бежать отсюда. Прекратите сейчас же! Я не хочу больше говорить с вами, идите, пугайте других! И в туннель я приду, потому что это не ваш туннель, а наш общий. Я своего добьюсь. И если понадобится, сама пойду к директору комбината и в парторганизацию пойду. Вот. Скажите, товарищ Арефьев, не скучно вам так? Что? Да вот так вот разговаривать. Да постойте, ну, постойте! Что за чушь какая? Причем тут скучно? Скучно. Да ладно, я все понимаю. И это весело, никаких забот.
экзотическая прогулка на север. Ого, уже 7 час, пора и домой уходить. Да? Гриша, ну, наконец-то вернулся. Заходи, заходи, скучно тут было. Заходи. Можно? Привет. Здравствуй. Разрешите доложить? Главный инженер Орлов вернулся из командировки в Заполярск. Ну, ладно, ладно, садись, дорогой, рассказывай. А ты, оказывается, товарищ Арефьев, не только начальник туннель-строя, но и лирик по совместительству. Что вы все и впрямь меня сухарёвым бюрократом считаете? Сначала девчонка, это теперь ты. Девчонка? Какая девчонка? Черт ты знает, девчонка, геолог, минеролог, явился откуда ни возьмись, лекции читает, пропагандирует. Ирина Волошина. Я не помню, кажется. Ну, это же замечательная девушка. Ты знаешь, смелая, решительная такая, почти с институтской скамьи, приехала сюда, в глушь, в Заполярье. Глушь, Заполярье? Ну? Отсюда до Москвы за 3 суток доехать можно, а на самолете почти за день. Скажите, пожалуйста, глушь, Заполярье. Люди на Северном полюсе живут. Не понимаю твоего раздражения. Ну, хорошо, хорошо. Только пусть не болтается в туннеле без дела. Стукнет осколком или породы передавит, хлопот не оберешься. Ты как съездил? Съездил я вот как. Получил в области 2 электровоза, 10 буровых молотков, штанги. А цемент, цемент. А цемента нет. Ты понимаешь, в облсполкоме мне сказали, пишите в Москву, требуйте из своего министерства. Вот так. Ну, а Кондаков дал? Да что Кондаков, Кондаков? Снова вывернулся наш директор комбината, пообещал 1 вагон. Почему же находит цемент для строительства управленческого здания? Нет, тут ты не вполне прав. Цемент на эту стройку поступает, во-первых, в мизерном количестве. А во-вторых, это здание строят несколько лет, и надо его когда-нибудь закончить. Тогда почему же ты так раздражен? Понимаешь, Гриша, я вдруг почувствовал, что мы работаем на холостом ходу. Ты здесь недавно, а мы уже привыкли одолевать трудности. Жили в бараках, построили дома. Ходили умываться на озеро, теперь у нас есть душевая и круглосуточная горячая вода. Не хватало людей, оборудования, всегда чего-нибудь не хватало. Но я верил, что успех, в конце концов, зависит от нашей энергии, настойчивости. Но вот сегодняшние трудности кажутся мне непреодолимыми. Они не являются, как бы тебе это сказать, точнее, результатом нашей нераспорядительности или неопытности, что ли. Цемент остается вне нашей власти. Андрей, ну ты же понимаешь, что в нашей стране конечно, сейчас идет... Конечно, конечно, конечно. В стране идет огромное жилищное строительство, и нужда в цементе увеличилась в несколько раз. Я понимаю это. Но через год по туннелю должен пройти первый нагруженный рудой железнодорожный состав. Через год. Год. Ты понимаешь, Григорий? Понимаю. Еще месяц назад я был просто уверен, что мы закончим строительство досрочно. Но сейчас... Ну вот что, Гриша, я решил ехать в обком партии к товарищу Баулину. Правильно. Правильно, Андрей. Договорись завтра с ним по телефону и поезжай. И поеду. Поеду. Для нас сейчас нет ничего важнее цемента. Ну, конечно, ты прав. И ты знаешь, я все-таки иногда не понимаю тебя, Андрей. Ты о чем это? Ну, понимаешь, мне сейчас трудно сформулировать свою мысль. Но иногда мне кажется, что какой-то цемент способен захватить тебя целиком... Овладеть всеми твоими помыслами, а живой человек... Какой человек, Гриш? Ну, хотя бы Ирина Волошина. Она все-таки удивительная девушка. Ну, знаешь, довольно, довольно, Гриш. И не учи меня жить. И насчет цемента оставь. Цемент – это наша стройка, а для меня в ней вся жизнь. Ясно тебе? Ясно. По-моему, можно заботиться о цементе и все-таки оставаться человеком. Ну, вот ты попробуй. Гриша, ну! Ну вот, обиделся, ушел, не попрощавшись. Скажите, пожалуйста, он меня не понимает. Эх, Григорий, Григорий, ты ведь почти все знаешь о моей короткой и несложной жизни. Все. Все, кроме истории со Светланой. Она тоже была романтическая девушка. Гриша, и я был таким, как ты 1,5 года тому назад, когда приехал в Заполярье и так же восторженно воспринимал всех и все, что меня окружало. Но бывший начальник западного участка нашего строительства инженер Крамов сделал это мое чувство предметом жестоких насмешек. Ну ладно, все это было. Было? Было и прошло? Прошло?
Я снова как будто стою в комнате Светланы. Она уехала со стройки, даже не предупредив меня. Не выдержала, испугалась трудностей, полярных ночей, снежных обвалов, заносов. Нет, 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 нет. Все это было сложнее, сложнее. Она испугалась не только трудностей, но и самой себя. Побоялась ответственности. За что? За многое. За все. За то, как ты живешь сама, как живут люди рядом с тобой. Крамов, Крамов, вот, он помог ей принять решение. Он научил ее найти выход, очень простой выход, уехать. Они исчезли бесследно. Нет, она не исчезла. Это неправда, что я перестал думать о ней. Я думаю о Светлане все время. А вдруг она приедет? Вернется? Если она приедет, то московским поездом в Заполярск. Потом 8 часов от Заполярска до Тундрогорска. А тут 15 минут до нас, до нашей стройки. Нет ее. Все это пустые иллюзии. И так решено. Я еду в обком партии к товарищу Баулину. Он молча изучающе посмотрел на меня, точно видел впервые. Подходите. Садитесь поближе. Спасибо. Сколько же прошло времени с тех пор, Арефьев? 1,5 года прошло после нашей первой встречи, товарищ Баулин. Даже больше. Даже больше. Мчится время. Летит. Ну, выкладывай свое дело, Арефьев. Ну так вот, товарищ Баулин, если не принять экстренные меры, мы не закончим строительство туннеля к 1 мая будущего года. Больше того, думаю, что мы не закончим его и к октябрю. Мы просим помощи, нам нужен цемент. А мы не можем помочь вам с цементом. В ближайшее время туннель строй будет получать цемента еще меньше, чем до сих пор. То есть, как это еще меньше? Да что же это такое, товарищ Баулин? Я пришел с надеждой на помощь. Я твердо верил. И вот, вы поймите, ведь у меня план, смета. 1,5 года назад одному молодому человеку, кандидату партии, который пытался доказать, что надо срочно строить дома для рабочих туннель строя, улучшать их жизнь, кто-то отвечал, нельзя, у нас план, смета. Теперь тот юноша уже член партии, если не ошибаюсь. Да нет, вы не ошибаетесь. Ну, тогда было совсем другое дело. А что ж получается теперь? Вы, может быть, хотите сказать, что наш туннель мешает строительству жилых домов? Так что же нам, закрыть туннель? Нет, да, нет, вы должны помочь нам. Должны. Как? Да я не знаю, товарищ Баулин. Вы секретарь обкома. Все в ваших руках. Откуда мне это знать, как? Я уверен, что вам достаточно снять трубку с одного из этих ваших телефонов, сказать несколько слов, и все будет сделано. Что же я скажу? Одно слово дайте. Ну, я не знаю. Ну, тогда строительство придется свернуть. Нет, этого не может произойти. А кто этому помешает? Ты, товарищ Арефьев. Я? Но у меня нет цемента, я бессилен. Это ты-то бессилен? Да. И если хотите знать, я удивляюсь вам. И почему же? Да неужели мне, рядовому коммунисту, надо говорить об этом секретарю обкома? Говори. ЦК призывает нас к новому подъему производства, к внедрению новой техники. А вы знаете, что такое наш туннель по сравнению со старенькой обходной железной дорогой, по которой возят руду? Разве это не новая техника? Разве наш туннель, по которому пройдет железная дорога, не облегчит труд рабочих, не явится стимулом к увеличению добычи руды? Железнодорожникам будут не страшны ни заносы, ни снежные обвалы. Нас призывают развернуть инициативу, добиться новых успехов, а вы... Подожди. А в чем, собственно, твоя инициатива? Ну, как это в чем? Я пришел в обком. Великий инициатор. Он, видите ли, пришел в обком. Сейчас твоя инициатива в одном разъедином слове «дай». И все тут. И это инициатива. Ну, а что ж мне делать? А я знаю, что ты будешь делать. Хочешь, скажу? Ты будешь думать. И это самое главное. Думать? Ну, о чем? Как найти выход из создавшегося положения?
Я по профессии не горняк, Арефьев. Мне трудно подсказать тебе что-либо с технической точки зрения. Но подумай, техника туннелестроения, как и все на свете, идет вперед. Подумай, может быть, есть способ сократить потребление цемента. Да все это хорошо, но я-то не изобретатель. Я руководитель строительства. Мне не думать надо, а выполнять план. Ты произнес сейчас страшные слова. Мне не думать надо. А кто будет думать за нас? Видишь этот белый аппарат? Так вот, по несколько раз в день звонит этот телефон, и из ЦК спрашивают, а как твое мнение, Баулин? А как членов бюро обкома мнение? А что в парторганизациях говорят? И если чего не знаешь, то из сил выбиваешься, чтобы узнать, понять. В парторганизациях сидишь, чтобы иметь право потом позвонить и с чистой совестью сказать, вот как обстоит дело, товарищи. Вот как, по нашему мнению, было бы лучше сделать. Так вот, Арефьев, все, что я говорил, ты можешь забыть. Но одно помни, думай, все время думай. Ты не служащий, не чиновник, ты хозяин. Зима. Моя вторая заполярная зима. На долгие месяцы ушло от нас солнце, повалил снег, закружили метели. Запасы цемента подходили к концу. Вопрос, а что будет дальше, неумолимо вставал перед нами. Как-то я шел в штольни. Меня окликнул старый бурильщик, мой друг Агафонов. Что же будет с цементом, Андрей? Опять цемент. Плохо, плохо с цементом, Федор Иванович. Знаю. Это называется форс-мажор, как говорит начальник комбината Кондаков. Непредвиденный случай. Так сказать, стихийное бедствие. Вроде пожара, что ли, или наводнения. Если хочешь, да, до некоторой степени. Значит, гореть будем или тонуть. Ну, послушай, Федор Иванович, если ты остановил меня, чтобы посмеяться, то это ни к чему. Я и так себе места не нахожу. Нет, я тебя не для того остановил, чтобы посмеяться. Я тебе вот что сказать хочу. Что же? Веру в тебя рабочие теряют. Веру? Но почему же? Надежды не оправдываешь. В чем? Какие это надежды я не оправдываю? Рабочему что? Ему дай технику, дай материал, остальное его не касается. Пусть начальство думает, оно за это деньги получает. Вообще удивительно, Федор Иванович, что именно ты поддерживаешь отсталые настроения. Это если хочешь знать передовые настроения, а не отсталые. И рабочих ты не обижай, на них держишься. Что ты хочешь этим сказать? А очень простое. Вспомни, что полтора года тому назад было. С одной стороны Крамов, с другой ты. Начальствовать Крамов умел, что уж тут спорить. И знания имел. А ты чем был? Мальчишка со студенческой скамьи пришел, а люди за тобой пошли, а не за Крамовым. Потому что поняли, что все в нем ложь, труха. Что слова его правильные, а дела чужие. А в тебя поверили. И сейчас еще многие верят. Считают, что ты любое правое дело можешь до конца довести. Ну что же я сейчас могу поделать? Не знаю. Когда в бараках жили, знал, как домов добиться. Когда Крамов в героях ходил, знал, как его нутро раскрыть. Думай, Андрей. Что? Думать, говорю, надо. На то-то и на должности. Да вы что, сговорились, что ли? С кем? С кем? Один говорит, думай, другой. Да что, я сам не знаю, на что человеку голова дана. Ну, а коли знаешь, до чего ты кипятишься? Думать-то по-разному можно. У одного думы как жернова, тяжело ворочаются, а у другого... Ну, что ты, собственно, вскинулся? Чего я тебе необычного сказал? Думать для человека дело привычное, и на то он и человек. Я пошел дальше. Слова Агафонова звучали в моих ушах.
Действительно, что я отвечу рабочим, если они меня спросят о цементе? Вот, например, этот участок давно уже готов к бетонированию. Чего доброго, еще начнет осыпаться или сядет. Надо посмотреть. Так, интересно. Интересно. 3 недели, а никаких изменений. А что если... Чего только не придет в голову в таком положении, как наше. Пойду-ка я к Григорию. Подойдя к комнате Орлова, я хотел было уже войти, как обычно, без стука, но вдруг услышал из-за двери женский голос. Кто что, Григорий? Андрей! Андрей, заходи, заходи скорее. Добрый вечер. Видишь, у меня гости. Вы как будто уже знакомы. Это Ирина Волошина, это Андрей Арефьев. Встречались. Добрый вечер. Добрый вечер. Понимаете, я только что из туннеля. Послушай, Григорий, а что если несколько участков оставить вообще без бетона? Прости, не понимаю, о чем ты говоришь. Ну, есть же туннели вообще без обделки, без бетонирования. Ну, ты же знаешь, что это допускается только тогда, когда породы считаются абсолютно устойчивыми. Ну, правильно, это технический канон, не больше. Тебя не было, когда мы пробивали штольню, Григорий. У нас каждый старый рабочий знает, что, по крайней мере, половина штольни проходила в очень крепких породах. А интересно, как же это без бетонирования? Очень просто. Гриша, дай-ка листок бумаги. Пожалуйста. Ну, да. Спасибо. Вот смотрите, вот разрез свода нашего туннеля, понятно? Понятно. Он состоит из множества невидимых нам слоев породы. Они давят на нижний слой и, в конце концов, обрушат свод, если не закрепить его толще бетона. Ну, это же ясно всем. А бетона не хватает. Что делать? Действительно, а что же делать? Выход есть. Это так называемый облегченный способ обделки. Штанговое крепление. Не понимаю, черт, как я раньше не подумал об этом. Я ведь еще в институте читал. Сколько цемента мы сэкономим, удешевив обделку, а главное, сократим сроки строительства туннеля. Ну, послушай, Андрей, ведь такой способ применяется, кажется, только на строительстве шахт и рудников. Ну, я не вижу принципиальной разницы. Как, то есть не видишь? Разница есть. По шахтам не ходят поезда. Ну, верно, но ведь туннель туннелю рознь. Наш, как знаешь, не для пассажирских поездов, скорости малые. Большая динамика сотрясения нам не грозит. Кроме того, я предлагаю крепить штангами только те участки, на которых породы не вызывают сомнений. А как это делается? Как это делается? В общем-то, просто. Мы пробуриваем в породе отверстия определенного диаметра и силой забиваем в них штанги, такие металлические клинья. Верхний клин упирается в породу и расширяет края штанги, понимаете? И они уходят в разные стороны. А вот здесь внизу мы навинчиваем гайку. Вот здесь, видите? Ну, поняли? Ну, сшиваем породу намертво. И будет держать? Будет. Но ведь вас, кажется, завалило однажды. Ну, как вы это знаете? Ну, и что же завалило? Были и слабые породы, а есть такие, что еще 1000 лет простоят без всякой обделки. Вы меня простите, товарищ. Я тут не кстати ворвался со своими разговорами о бетоне и всем прочим. Пойду-ка я спать, у меня голова трещит. Ну, пожалуй, я тоже пойду. Куда же вы, Ирина? Ну, вам-то уж совсем не к чему спешить. Я и сам бы не ушел, если бы не голова. Товарищи, ну куда же вы? Ну ведь, ну что, вечер только еще начинается. Ну посидели бы, чайку попили. Мы вышли из дома. Фонари не горели, потому что светила луна. Здесь внизу снег казался желтым, а там, на вершине горы, искрился точно елочные блестки. И Волошин, это маленькая, как подросток девушка, уговорила меня пойти в туннель. Она захотела взять на анализ образцы пород. А потом, когда мы возвращались, она не разрешила проводить себя и только спросила. Андрей Александрович, как вы думаете, зачем человек живет на земле? Ну, что я могу ответить вам насчет смысла жизни? Ирина Николаевна, ничего такого, чего вы не слышали раньше. Это хорошо, что вы не ответили на мой вопрос. Есть такие, что отвечают сразу, так сказать, по первому требованию. Вернувшись к себе, я застал в комнате Григория.
Ну-ка ты, подбери свои длинные ноги. Откуда эти журналы? И освободи стол, пожалуйста. Слушай, ты читаешь по-английски? В объеме института. Значит, не читаешь. Ну ладно, вот эти журналы наши, русские. Я прекрасно вижу. Это горный журнал, ага. Вот транспортное строительство, правильно. Шахтное строительство. Ну вот, а вот английские прислали по абонементу. Русские статьи ты прочтешь сам, а английские я тебе переведу. Ну о чем статьи-то? Все о том же. Насчет крепления. Ты знаешь, это твоя мысль насчет отказа от бетонирования втемяшилась мне в голову. Далась вам обоим эта идея. Ведь я просто так наобум сказал, что можно бы и не бетонировать. Ну, знаешь, великие идеи не всегда по достоинству оценивались их авторами. Не всегда. А кому это вам обоим? Ну, тебе. Волошина меня сейчас в туннель таскала. Взяла образцы с готового участка, хочет анализ сделать. Ах, Рина. Ты знаешь, Андрей, я никогда не встречал таких девушек. Честное слово. Мне какое-то удивительное сочетание суровости и нежности. И простоты, и, как тебе сказать, философичности, что ли. Вот сегодня, незадолго до того, как ты пошел ко мне, она спросила, в чем, по-моему, смысл жизни. Ну, и ты ответил? Конечно. Она так внимательно слушала меня, что я мог говорить часами. Когда спустилась мгла кругом, и ночь мой разум охватила, когда неверным огоньком едва надежда мне светила, в тот час, когда окутан тьмой, трепещет дух осиротелый, когда молвы страшась людской, сдается трус и медлит смелый, когда любовь бросает нас, и мы затравлены враждою, лишь ты была в тот страшный час моей немеркнущей звездою. Чьи это, Блок? О, нет, это Байрон. Это станция Августи. Послушай, Григорий, ты влюбился, что ли? Не знаю. Не знаю. Через 3 дня анализы, сделанные Волошиной, подтвердили высокую крепость пород в туннеле. И только тогда я решился пойти к Трифонову, секретарю нашей парторганизации. Павел Харитонович, стоит ли начинать нам это дело? Я ведь и сам не уверен в успехе. Мне просто страшно подумать, какие придется приложить усилия, чтобы убедить в штанговом креплении вышестоящие инстанции. Я старый горняк Арефьев. Но моих знаний не хватит, чтобы решить это дело. В журналах тут написано убедительно, как крепить эти самые штанги. А как выйдет на деле, не знаю. Попробуй, попробуй, не бойся. Смириться с тем, что происходит, нельзя. Однажды, возвращаясь с работы, я увидел, что на крыльце нашего дома кто-то сидит. Подойдя поближе, я узнал Полесского, исполняющего обязанности редактора городской газеты. Привет начальству! А я тебя жду, Арефьев. Здравствуйте. В дом приглашаешь? Пожалуйста, проходите. Вот сюда, пожалуйста. Это моя комната. Однако обстановка у тебя небогатая. Кровать, стол. Дом у тебя и обеденный, и письменный. 2 стула, этажерка с книгами. Да. Пожалуй, все. Садитесь. А вы, как всегда, без галстука и небритый. Это ты, советский буржуй, носишь белые сорочки и галстуки. Я считаю, что в условиях Заполярья это чистоплюйство ни к чему. Да и вообще, понимаешь, частенько вспоминаю о 20-е годы, когда больше интересовались мозгами человека, чем его внешним видом. Да, ну да ладно. Я к тебе вот зачем. Нужна статья. В рабочее время тебя не поймаешь и не уговоришь. А сегодня ты от меня никуда не денешься. Словом, нужен материал. О чем? У тебя плохо с планом. Да, мне не дают цемент и комбинат. Вот нам и нужна статья на тему, почему туннель-строй не выполняет план. А что ж тут писать? Что? Причины невыполнения плана ясны каждому. Мы не получаем нужного количества цемента. А вот я думаю, вам интересно будет узнать о мерах, которые принимаются, чтобы получить цемент.
Так вот, мы написали в Москву, в министерство, как нам посоветовали в области. А других претензий к комбинату у тебя нет? Ну, собственно, претензии всегда найдутся. А вообще хорошо привлечь газету к борьбе за цемент. Конечно, резонанс от статьи в нашей газете не может быть очень большим. Но газету читают и в области, и наверняка в «Правде». Вот там, где составляют обзоры печать. И одно дело, когда вопрос о цементе для нашей стройки ставится только по служебной, ведомственной линии. А другое, когда им заинтересуется общественность. Послушай, Карефьев, будем говорить прямо. В политическом отношении ты, конечно, еще мальчишка. Но ты мне нравишься. Давно я за тобой наблюдаю. В тебе живет искра Божия. Может быть, я не сказал бы и четверти того, что говорю, если бы не знал тебя. Ты ненавидишь бюрократов, ты враг жестокости. Словом, тебе должны быть по душе перемены в стране. Постарайся понять меня. Старая эра кончилась. Распалась связь времен. Вот. В такие периоды надо вести себя осмотрительно и глядеть вперед. Тебе ясно, о чем я говорю? Нет, не ясно. Постараюсь объяснить. Происходит великая переоценка ценностей. Этим и будем заниматься. Вот. Все остальное сейчас несущественно. А туннель? Что туннель? Ну, туннель-то строить будем. Я все-таки полагал, что умнее, или, по крайней мере, сообразительней. Мне трудно разобраться во всем этом. Я ведь не политик, а инженер. Мне надо туннель строить. Да никого не интересует этот сейчас твой туннель. Пойми, наконец. Твоя дыра в горе – это просто галочка, кружочек. Разве в туннеле сейчас главное? Значит, вы говорите, главное сейчас это переоценка ценностей. Ты пойми, о чем я говорю. Разве ты не мог бы быть директором комбината, предположим, а? Вместо этого дуба Кондакова. Кстати, как ты к нему относишься? Дело он знает. Ну, впрочем, я не люблю его. Отрицательные селекции кадров. Что вы имеете в виду? Что-что там, ладно. Поговорим после. Так ты напишешь статью, и Кондакову можно влепить. Не бойся, мы напечатаем. Ну, я пошел. Да, ты пиши, если не хочешь отстать от времени. Надо ломать старое. Пока. Ломать старое. Оказывается, разные люди могут употреблять эти слова с разным, даже противоположным смыслом. Стал бы полезкой мне все это говорить несколько лет назад. Конечно, нет. И вообще, зачем ему моя статья? Ведь он даже не захотел ничего слушать о нашем туннеле. Всем известно, что перебои в доставке цемента – единственная причина невыполнения плана строительства туннеля. Так, так для чего же писать? Только чтобы обрушиться на Кондакова. Конечно, никто и ни в чем не сможет упрекнуть меня, если я напишу такую статью. Но каков будет ее подлинный смысл? Мол, я не причастен ко всем нашим неполадкам. Во всем виноваты области Москва. Ничего я не напишу. Ничего. Положение на стройке не менялось. Не хватало бетона, чтобы удовлетворить и половину наших потребностей. Пока только 3 человека на туннель-строе знали о новом проекте штанговом креплении. Орлов, Трифонов и я. Мы решили так. Пока не придавать все это широкой гласности, попробовать сперва установить штангу, пригласить в туннель Кондакова и тут на месте рассказать ему о наших планах. Кое-как кустарными средствами мы изготовили одну штангу, и в очередную ночную смену она была забита. Утром в штольню пришел директор комбината. Павел Семенович, посмотрите наверх, туда, куда падает свет шахтерской лампы. Ничего не вижу. Ах, это? Что за гайка
Откуда она взялась? Видите ли, товарищ Кондаков, у нас есть одна возможность. Мы можем обойтись наличным поступлением бетона. Мало того, мы можем даже закончить строительство досрочно, если... Это штанга. Понимаете, штанга. Такие штанги могут надежнее всякого бетона держать породу. Ты что, Арефьев, прилепил какую-то гайку к породе и думаешь ею свод удержать? Никакие ссылки на технические журналы, на отечественные и зарубежные опыты не помогли. Кондаков и слушать не стал. А тут еще на другой день вышел номер нашей городской газеты за Полярным кругом. На первой странице газеты я увидел крупный заголовок «Слово туннель строю». Дальше шла редакционная врезка. А затем статья, подписанная главный инженер туннель строя Орлов. Когда я в третий раз перечитал статью, мне наконец стало все ясным. Я схватил газету и быстро пошел в кабинет Орлова. А, у тебя газета? Ну как, читал? Читал. И какова будет высочайшая резолюция? Написать читал с удовольствием не могу, скорее читал с отвращением. Ты что, это всерьез? Всерьез, Григорий, всерьез. Статья лживая, а редакционное примечание и того хуже. Ну что ж, действительно, предисловие какое-то двусмысленное. Но ведь не я писал его, я его увидел только в газете, как и ты. Но статью писал ты? Да, я. И каждое слово в ней правда. Ах, вот как. Об этом говорят все, кто читал статью. Против чего ты можешь спорить? Хорошо, сядь, Гриша, сядь, не будем ссориться, давай читать статью. Ты утверждаешь, что мы в прорыве из-за отсутствия цемента, и, между прочим, замечаешь, что не хочешь обсуждать деятельность центральных организаций. Вот твои слова, им виднее. И это правда. Так что ж получается? В туннеле заинтересована страна, это ты объяснил убедительно. А вот цемента такому нужному строительству не дают. Сидят в Москве, понимаешь, злые люди. И куда-то его засылают, а куда и зачем ты не хочешь обсуждать. Но это же не в моей компетенции. Видишь, это в твоей компетенции. Ты знаешь, что цемент идет на стройки первостепенного значения. Главное на строительство жилых домов. Ну что, что ты разводишь руками? Ну я так не могу, Андрей. Ну хорошо, же... читаем дальше, читаем дальше. Может быть, есть надежды на будущее? Никаких. Что же делать? А не закрыть ли стройку? Юродствующе намекаешь ты. Подведем итог. Стране нужен туннель. Правительство решило начать стройку. Цемента не дают. Обком партии Центр спокойно взирают на то, что нужное дело застопорилось, и на то, что рабочие теряют зарплату. Им-то что? Им-то что? Они-то свою зарплату получают. Но, как утверждает редакция, безвыходных положений не бывает. Где же выход? Может быть, писать в ЦК? На месте искать выходы из положения? Во что бы то ни стало достроить туннель? Нет. Редакция, целиком опираясь на твою статью, Григорий, призывает подойти к проблеме с активных, видите ли, позиций современности. И поскольку, мол, бюрократов не прошибешь, так не лучше ли прикрыть туннель? Не выйдет. Ну, конечно, не выйдет, Андрей. Григорий. Конечно, Андрей, любую фразу можно истолковать по-своему. И... Но я не мог смотреть в глаза нашим рабочим. Особенно тем, чьи заработки падают. А убедить этих рабочих временно заняться хотя бы изготовлением кружала и опалубки ты не сумел. Это дало бы им заработок. А я предложил одной бригаде, они отказались. Ну, правильно, и потому ты решил поставить под удар государство. У него, мол, спина широкая, выдержит. Пусть на него пеняют, а мы в стороне. Я не знаю. Ну, что ж, ну... Ну, видимо, я был неправ. Видимо. Но ошибся. Шел в комнату, попал в другую. Но ведь моя область техника, а не газетная писанина. Но я надеюсь, ты не сомневаешься в моих намерениях. Ну, конечно, нет. Ну, так значит, мир. Мир. Ведь мы друзья, Андрей. А раз друзья, так между нами должно быть все ясно. И никаких недомолвок. В чем дело, Гриш? Ты о чем? Но я ведь знал, что Полесский просил написать эту статью тебя. Да. Но ты отказался, вероятно, был занят. Но я согласился и... Тебе неловко, что ты не поговорил со мной об этом? Так, что ли? Да. Так я не вижу ничего криминального в этом факте. Да пойми, я не хочу тебя обидеть, но... Боюсь, что ты слишком непримирим к человеческим слабостям. Теоретически ты, конечно, любишь людей. Ну, теоретически их любят все. Ну, а практически? Послушай, Гриш, у меня к тебе есть один вопрос. Почему ты затеял весь этот разговор? Я не понимаю причину твоей нервозности, смущения.
Если дело только в том, что ты перебил у меня авторство, так это чепуха, об этом и говорить не стоит. Но, может быть, здесь что-то другое? А? Молчишь? Гриша, ну когда ж ты повзрослеешь? Я на несколько лет старше тебя. Не о том речь, годы это еще не все. Ты хочешь сказать, что я плохой политик? Не мне об этом судить. У меня у самого политического опыта кот наплакал. Но я твердо знаю, чего хочу в жизни. Я тоже. Я хочу, чтобы людям лучше жилось. Скажите, пожалуйста, я Каневидель, советский человек, желающий, чтобы людям лучше жилось. А о том, как этого добиться, ты думаешь? Наш разговор с Орловым так ничем и не кончился. Но он имел свое продолжение. Через 2 дня мы обсуждали сложившееся положение на заседании бюро нашей партийной организации. Товарищи, вот тут Арефьев доложил нам, что вопрос о цементе по-прежнему остается открытым. На наше письмо ответа из Москвы, из главка, пока нет. Наш уважаемый Андрей Александрович предлагает, чтобы рабочие не теряли заработка, обучить бетонщиков второй профессии, сделать их бурильщиками. Благо, бурильных работ у нас много. Но я не понял, читал ли он городскую газету и каково его мнение о статье товарища Орлова? Газету я читал, но полагаю, поскольку автором является член бюро, и он сам присутствует здесь, то будет правильно послушать его. Так, интересно. Но ведь членами бюро, кроме Орлова, являетесь и вы. И бригадир бетонщиков Свиридов, и подрывник Анисимов. И все вы находитесь здесь. Ну, ладно. Послушаем Орлова. Ну, что ж, товарищи. Да, я, конечно, признаю, что некоторые фразы в моей статье звучат недостаточно четко. Но в целом-то, мне кажется, статья правильная. Товарищи, мне хочется, чтобы людям лучше жилось. Я помню, в 1944 году я еще студентом был на практике на одном сибирском руднике. Рабочие работали по 2, по 3 смены без отдыха. Спали иногда в забое. Да, этот рудник давал нужное для обороны сырье. Но разве это было достаточным поводом, чтобы забыть о человечности? Ну, и дальше. Ты погоди, не перебивай, Анисимов. Пусть выскажется до конца. Рудник, конечно, давал план. Нас-то 50%, но люди... Я даже не помню тех, которые... Я знаю. Я могу сообщить одно такое имя. Анисимов Василий Родионович, вот. Я не понимаю тебя, Василий Родионович. Я всю войну проработал на этом руднике в Сибири. Это я выколачивал по 2 нормы подряд. Я спал в забое. Про меня, значит, товарищ Орлов, говорите. Меня, значит, жалеете. Что ж, рубайте дальше, послушаем. Вам, главному инженеру, видимо, льстит, что кое-кто считает вас единственно чутким человеком в управлении. Он, видите ли, самый смелый, самый честный, самый неподкупный. Зарплата падает и в моей бригаде. Но мы не думаем о закрытии стройки. Ни один настоящий рабочий не думает. И мы хотим, чтобы начальник строительства товарищ Арефьев не миндальничал со шкурниками. Правильно говорит тут Анисимов. Факт. Статья трещиноватая. Ты вот что, давай поясни. Это порода бывает трещиноватая. Ну, не только порода. Это статья тоже. Сверху все твердо, правильно. А вот внутри трещина, как паутина, во все стороны. Того и глядя, сядет вся. И все-таки это не ясно. А вот вам бы, товарищ Арефьев, не вопроса задавать, а самому бы выступить, да и все и сказать пояснее. Уж кому-кому, а вам, руководителю стройки, полагалось бы это в первую очередь. А теперь уж дайте другим говорить. Так вот, прочитали мы, бетонщики, статью главного инженера, и создалось у нас впечатление, что надеяться нам надо не на советскую власть, а на товарища Орлова.
Как же ты не понимаешь, Григорий Семенович, что статья твоя на руку наиболее отсталым людям на туннель строя. Эх! Так, ну, у тебя все? Все. Ну, теперь я скажу. Я редко видел нашего секретаря в состоянии такой запальчивости. Он сказал, что считает статью Орлова меньшевистской по духу и уже написал об этом в обком партии. Но дальше этого я уж никак не ожидал. Старик сосредоточил весь огонь на мне. Придравшись к тому, что я на бюро ни слова не сказал о статье, Трифонов обвинил меня в политическом благодушии и еще черт знает в чем. Бюро единодушно осудило статью. Все, кроме Орлова, голосовали за. Григорий воздержался. Казалось, что он испуган, подавлен всем происшедшим на бюро. Я ушел, ни с кем не попрощавшись. Пошел домой, запер дверь на ключ, не зажигая света, сел на кровать и погрузился в раздумья. Ну, пусть стучат. Свет не горит, никто не знает, что я дома. Открой же дверь, Арефьев! Что сидишь в темноте? Света, что ли, боишься? Входите. Ну, спасибо тебе, Харитоныч. Спасибо за науку. Не стой благодарности, парень. Должность моя такая. Раздеться позволишь? А что ты меня спрашиваешь? Это твой дом, так же, как и мой. Вместе строили. Или не помнишь? Или забыл, чего эти дома мне стоили? Как я в обком ездил, как сил не жалел, чтобы рабочим лучше жилось, как с тобой вместе за правду дрался, как Светлану в этой борьбе потерял. Все забыл, старик. Нет, Андрей, не забыл. Одна только мысль сверлит меня. Не забыл ли ты сам все это? Я забыл. Да как же я мог забыть то, в чем вся жизнь моя? Ах, не забыл, значит. Все помнишь, все заслуги свои. Весь послужной список. Счет ведешь. Кому предъявить хочешь? Все записал. Тогда, может быть, и разговор наш помнишь о том, существуют ли две правды, как это доказывал тебе Крамов. И разговор наш хорошо помню. А если помнишь, так почему же ты ко мне сейчас же после статьи этой не пришел, а? Ты не кричи на меня, Харитоныч. Да я тебе сейчас не Харитоныч. Товарищ Арефьев, я тебе секретарь партийной организации. Все может коммунист смолчать, сдержать личную обиду, страдания, сердце, когда нужно вот так вот обеими руками сжать, чтобы бестолку не трепыхалось. Себе во вред товарищу помочь, и это случается. Но когда дело о главном идет, о жизни, об идеях наших, о том, как с рабочим классом разговаривать, как жить, как работать дальше, тут ты молчать не смеешь. Понял? Ну, в данном случае ты преувеличиваешь, Павел Харитонович. Статика неудачная, но коренных вопросов она не касается. А ты что же, ждешь, чтобы на 40-м году советской власти кто-нибудь отрицать ее решился? Кто говорит об этом? Ах, кто говорит, да. Да ведь ты же знал, что статья двухдонная, лживая. Да я все понимаю. Друзья вы с Орловым. Не ждал ты от него такого. И я не ждал. Вот до сих пор понять не могу, откуда в нем такое появилось. Не было бы подписи, в жизни бы не поверил, что это статья Орлова, и ты бы не поверил. А ты решил, значит, не замечать, отвернулся, глаза отвел. Думал, товарища выручишь, а ты и Орлову не помог. И своей линии в жизни изменил. Ты выбирай выражение, товарищ Трифонов. Не буду выбирать. Ты что думаешь? Измена это только, когда от родины отказываются. Когда с фронта удирают, да? А когда гниль на поверхность лезет, а коммунисты видят и отмалчивается, это по какой рубрике отнести прикажешь? Молчишь? Слушай, Андрей, хочу тебе одну вещь сказать. Мне уж под 60, и никого у меня нет из родных на свете. Сам знаешь, был у меня сын, в войну погиб.
Без матери его растил, а цепняка в 20-м умерла. Ты мне вместо сына. Близок ты мне. И пока ты как человек, как коммунист живешь, роднее тебя у меня нет никого, хоть и далеко ты от меня. Но если вихлять начнешь, хитрить, не будет у меня к тебе жалости. Так и запомни. Павел Харитонович, я все понял. Только верь мне, верь. Я ведь тогда все высказал Орлову, сразу же, как прочел статью. Знаю. Он мне все после бюро рассказал. Не выдержал. Все твои слова повторил. Сказал. Вот молодец. Ну, раз Григорий сказал правду, значит, вопрос исчерпан. А чего ж тут врать? Ты думаешь, легко коммунисту, когда четыре руки против него поднимаются? Это ведь со стороны кажется, что они вверх подняты, просто голосуют. А ему-то ведь другое видится. Четыре пальца на него указывают. Четыре пары глаз осуждают. Легко ли? Постой, постой, Харитоныч. Но как же это так? Значит, ты уже когда пришел ко мне, знал, что я не виноват, и что мое отношение к статье совершенно определенное. Так осудить в душе этого мало. Это по-христианскому можете много зло в душе осудить. А по-партийному драться с ним надо. Ты только кулаком взмахнул, понял? А кулаки даны не для того, чтобы просто размахивать. Плескать и ладошками можно. Ах, не пойму я только, как ты, редактор Полесский этот, надумал такую статью напечатать? А в чем тут дело? Подначальник управления Кондакова подкоп ведет. Вспоминаю, как на одном заседании бюро горкома партии наш Кондаков возражал против утверждения этого гуся, редактора. А вообще, кто он такой? Да рассказывают, что у Полесского его настоящая фамилия Пыхов. Довольно сложная, трудная биография. В молодости он подавал большие надежды, выпустил даже повесть или роман. Потом пошел под уклон, стал пить. И ты думаешь, что именно из-за Кондакова стал Полесский городить весь этот огород? Нет, я так не думаю. Много дней размышлял я о нашем разговоре с Трифоновым. И только теперь я понял, как глубоко переживал мой поступок, Павел Харитонович. Формально моя вина была невелика. То, что я не высказал своего отношения к статье на бюро, конечно, заслуживало порицания, не больше. Но в самом существе моего поведения Трифонов увидел нечто большее, чем лежащее на поверхности факт. Он испугался, что я могу пойти на компромисс во имя чувства ложного товарищества, джентльменства, что ли, пожертвовать тем, чем он считал главным в человеке, в коммунисте. Но я был рад, что Григорий нашел в себе силы сказать правду. Ну, а теперь за дело, за дело. Надо составить проект письма в Москву. Извини, я по-старому, без стука. Ну что ты, что за церемония? Входи, конечно. Я тут пишу в главпроект в защиту нашего штангового крепления. Собственно, мне надо было бы побыть одному, обдумать, но я сейчас не могу быть один. Мы по-прежнему друзья, Андрей. Я не понимаю, как тебе пришло в голову сомневаться в этом. Да-да, конечно. Я люблю ее, Андрей. Люблю. Ты помнишь, я сказал как-то, что Ирина Волошина мне нравится, но это слово ничего не выражает. Ничего. Мне даже стыдно сейчас, что я мог назвать чувство моей к Ирине этим рыбьим гастрономическим словом «нравится». Я люблю ее. Ах, Андрей, ты же не знаешь, что это за девушка. Мне скоро 30, а я еще никогда не встречал похожей на нее. Она человек, такая никогда не обманет, не предаст, не бросит в трудную минуту. Не обманет, не предаст, не бросит в трудную минуту. Ну что ж, твое счастье, Григорий. Ты знаешь, я тебе первому признаюсь. Я рад за тебя. Ведь если она не разделит мои чувства... Да-да, пожалуйста. Можно к вам? Входите. Гриш, я была у вас, но мне сказали, что вы Андрей Александрович. Я принесла проект письма. Почитаем? Вы меня простите, Ирина, но почитайте пока с Арефьевым, а я сейчас приду. Я сейчас. Проект письма? Да. Я хотела помочь вам в описании пород, в их крепости, устойчивости, точноватости.
Что с Григорием? Да ничего, не волнуйтесь, он наверняка скоро вернется. Снимайте-ка полушубок. Давайте сюда, располагайтесь. А теперь я почитаю. Угу. Что ж, все очень точно, сжато, технически верно. После такого вступления мне будет нетрудно дописать мотивированное предложение о штанговом креплении. Сиди я в аппарате центра проекта. Я бы не хотела, чтобы вы сидели в каком-нибудь аппарате. Из вас быстро получился бы бюрократ. Есть все задатки. Не надо сердиться на меня, даже в шутку. Мне сейчас хочется поблагодарить вас. От всей души. Сначала анализы ваши, теперь это письмо. Спасибо. И желаю вам счастья. Во всем. Да вы не краснеете, не краснеете. Григорий прекрасный парень. При чем тут Григорий? Послушайте, Андрей, удивительный вы человек. Бывают моменты, когда вы не видите ничего, что перед вами. Или видите совсем не то, что есть на самом деле. Мне порой кажется, что вы слушаете меня, но отвечаете кому-то другому. А мне хочется, чтобы вы увидели меня, чтобы отвечали не прошлому, не тому, кто всегда перед вами, но мне, мне. Я люблю вас. Не пугайтесь. Я осознаю, что это самое нелепое из всего, что я могла бы сказать. Вы пошутили? Нет. Впрочем, все это не имеет никакого значения. Ирина, я люблю другую девушку. Ее здесь нет. Она в Москве, я знаю. Да, она в Москве. Но я верю, что она будет здесь. Все это очень сложно, и мне трудно рассказывать. Андрей, как-то вы сказали, иной раз так хочется, чтобы все, о чем думаешь, сбылось. Но вот теперь вы знаете, о чем я думаю. О том, что никогда не сбудется. Ну вот и я. Ух, вы знаете, на улице чудесный мороз. Ну, как письмо? Так. Ну что ж, очень толково написано. Вот видишь, Андрей, а ты еще в нас сомневался. Ну, теперь я пойду. Ирина, мы увидимся вечером, Ирина! Не ответила. Ты, наверное, опять ее обидел чем-нибудь? Нет? Странно. Но какая девушка! Да, да, письмо она составила толково. Нам осталось дописать сущую чепуху. Ты подготовишь описание конструкции туннеля, а я займусь формулировкой предложений. Договорились? Ты знаешь, я не знаю, что стал бы делать, если бы ее не было. Слушай, Григорий, ты говорил ей что-нибудь? Ну, о своих чувствах? Нет. Ну, разве дело в словах? Да я бы слов таких не нашел, чтобы высказать ей все, что ощущаю, что думаю, чем живу. Постой, Андрей. Все-таки у Ирины был какой-то странный вид. Ты что, ты... Я сделал несколько замечаний по письму, но, в общем, оно приемлемо. А теперь садись, и будем работать над остальными разделами. Могу сказать, что идея штангового крепления была с самого начала у нас отвергнута. Производственный отдел комбината отнесся к предложению с интересом и сочувствием. Его разбирали, обсуждали долго и внимательно. Но никто не хотел брать на себя ответственность за окончательное решение. Директор комбината Кондаков не говорил ни да, ни нет. В один прекрасный день я потребовал от него определенного ответа. Знаете, Павел Семенович, я решил отправить предложение о штангах в Москву. Непосредственно от управления нашего строительства, минуя комбинат. Ну, хорошо, давай разговаривать. Объясни, что ты от меня хочешь? Вы это знаете. Ты думаешь, я сам это дело не переживаю? Нет. Нет? Ты хочешь сказать, что для меня безразличен туннель? Я этого не хочу сказать, но вы не болеете за туннель. Ваши показатели руда. И если хотите знать, вам даже выгоднее, чтобы строительство туннеля затянулось. Выгоднее? Да, выгоднее. Ваш план по добыче руды составлен с учетом зимних трудностей ее транспортировки. Все знают, что снежные обвалы и снегопады на неделю выводят из строя железнодорожную ветку.
А вот если будет готов туннель, и поезда с рудой пойдут сквозь гору напрямую к обогатительной фабрике, и никаких задержек не будет, вы что ж думаете, вам не увеличит план по добыче руды? Ты что же, хочешь сказать, что я саботажник? Нет, 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 ну что вы, какой вы саботажник? Вы честный работник. Вы не сердитесь на меня, Павел Семенович. Я не хотел вас обидеть. Просто мне казалось, что при своем опыте и связях вы могли бы помочь мне. А ты думай, что говоришь. Такое сморозить. Я всей этой твоей чепухи не слышал. Будем так считать. Все. Слушай, а почему ты отпуск не берешь? Вы что ж хотите отделаться от меня хотя бы на время, что ли? Вот сюда. Поехал бы навестил мать. Ведь путь на Урал лежит через Москву. Ну и что же? Как что же? Комбинат не может взять на себя ответственность за изменение проекта строительства туннеля. Последнее слово за центральной проектной организацией и главком. Будешь в Москве, кто тебе помешает зайти в главк? По собственной инициативе, конечно. Интересно. Конечно, в Москве я могу зайти в центр проекта, в министерство. Но уже через мгновение я думал о другом. О том, что я буду в Москве. Там, где живет Светлана. Поезд привез меня на Северный вокзал около 5 часов вечера. Я остановился в гостинице «Украина», новый, сверкающий хромированным металлом, зеркальными стеклами дверей. А потом я пошел туда. Светлана жила на Боровском шоссе. И вот, наконец, я стою перед ее дверью, чувствую, что не в силах сделать ни одного движения. Света! Андрей! Света! Андрей, ты пришел, Андрей! Света! Я знала, что ты придешь, знала! Ну, не надо, Светлана, не надо, ну зачем же теперь плакать? Ведь мы вместе! Как я ждала тебя все время, все эти месяцы! Боже мой, неужели я не видела тебя почти год? Ты похудел, повзрослел. Ты тоже изменилась. Постарел? Да ну что ты, нет, другое, ты такая же молодая, красивая, даже еще красивее, чем была. Вот только глаза стали немного другими. Какими? Не знаю, не могу понять еще. Впрочем, это мне, наверное, кажется. В комнате мало света. Прости меня, Андрей, прости за все, что я сделала. Ну, не будем об этом. То была другая Светлана, не та, которую я люблю. Тебя заставили так поступить. Но скажи мне, как ты жила все это время? С кем? Живешь с родителями? Ты не писал мне, а мне все казалось, что мы с тобой вместе никогда не расставались. Как я люблю тебя. Света, я тоже был всегда с тобой. Как это странно, как это нелепо глупо, что мы тогда потеряли друг друга. Разве мы можем расстаться? Нет, нет, нет. Нет, теперь я уже не отпущу тебя. Ты уедешь со мной, мы поедем вместе. Там у нас все изменилось, и туннель будет скоро готов. Я хочу, чтобы ты смотрел на меня, только на меня. Ты не видел меня почти год. Не бери эту фотографию. Не смотри, не надо. Какой знакомый снимок. Николай Николаевич Крамов? Он подарил тебе это? Да, он мой муж. Что? Андрей, Андрей, милый, я не люблю его, никогда не любила. Тогда из Заполярья я уехала не с ним, но он шел за мной, как тень. Я устала от борьбы с собой, с ним, с тобой. Я устала быть одна. Нет в тебе жалости. Да, во мне нет жалости. Подумать только, ведь я чуть было... Нет, не говори дальше. Я ничего не хотела отнять у него, ведь я не люблю его, я люблю только тебя, только тебя. Значит, мы не обманываем его. Теперь я понимаю, в чем изменилась. Именно изменилась ты за это время. Глаза. Твои глаза, они стали пустыми. Тогда раньше в них что-то было, что-то горело, светилось. А сейчас в них нет души. Они большие, красивые, но пустые.
Москва осталась позади. Всю дорогу до Заполярья я был в радостном, приподнятом состоянии духа. Мне казалось, что за окнами вагона я вижу огненные жерла доменных печей. Бескрайные целинные степи расступились передо мной. Меня обжигал жар расплавленного металла. Давно я не ощущал такой уверенности в своих силах в завтрашнем дне. Да разве я один? В эти дни в Москве проходил 20-й съезд партии. И вся страна, весь наш народ живет сейчас его решениями, мыслит его мыслями. Перед всеми нами открылись новые возможности полета и новые дали. Всю дорогу я мечтал о том, как поезд подойдет наконец к Тундрогорску. Я увижу наш автобус, вскочу в него, и через 15-20 минут я дома на стройке. И вот уже навстречу бежит Гриша Орлов, еще на ходу спрашивает о результатах поездки. А я молчу, молчу, не отвечаю нарочито долго, пусть помучается. А потом вынимаю из чемодана папку, и в ней паспорт штангового крепления, утвержденный центропроектом и главком. Ох, здорово! Потом я пойду к Трифонову, потом к Ирине. Интересно, почему я до сих пор не вспоминал о ней? Как мы встретимся? После того, что я пережил в тот вечер в Москве, у Светланы, мне трудно, больно думать о том, что есть на свете верные, преданные женщины. Первый, кого я встретил на стройке, был мой друг Агафонов. Ну, как дела, Андрей? Как Москва? Все в порядке, Федор Иванович. Начинаем новый способ крепления без бетона. Утвердили. А ты что волнуешься? Ты ж бурильщик, Федор Иванович, а не бетонщик. У тебя и работа без перебоя, и зарплата. Обижаешь ты меня, Андрей. Напрасно ты считаешь меня только бурильщиком. Я тебя о Москве спрашиваю. О Москве. А ты мне о креплении. Ты что думаешь, что кроме порода я перед собой ничего не вижу? Что пыль буровая мне глаза застилает? Я знать хочу... Как дело идет? Прости меня, Федор Иванович, прости. Москва прекрасна. В Москве все считается на тысячи километров, мысли там масштабами десятилетий. Москва сейчас отвечает за десятки, нет, за сотни строек, разбросанных по всей стране. А какой там город растет на Ленинских горах? Просто чудо. Да, 20-й съезд был великий съезд. После него нельзя жить по-старому, невозможно. И ты не подумай, не только успех нашего предложения причина моего прекрасного настроения. Дело серьезнее, глубже. Агафонов проводил меня до управления, и мы с ним расстались. Ух, ну наконец я дома. Вот молодцы, догадались принести свежий номер газеты. Ну что там наш советский полярник печатает? Ага, вот заметка, рабочие ждут ответа. Почитаем. На туннель строй пренебрежительно относится к нуждам рабочих. Их зарплата падает. Причины в производственных неполадках, в результате которых рабочие не по своей вине не выполняют план. Фактов бюрократического отношения к нуждам рабочих у нас достаточно. Так, так, интересно, что ж дальше? Известно, что наша великая коммунистическая партия начала решительную борьбу со всеми этими извращениями. Так, так, потребовать обеспечения своих прав. Хм. Однако Полесский действует. Да, это я, Арефьев. Здравствуйте, Зина. Только что приехал. Москва? Москва красавица. Бурлит, строится. Спасибо. Кто спрашивает? Кондаков? Ну, давайте. Павел Семенович, здравствуйте. Это ты, Арефьев? Да, час назад сошел с поезда. Привез разрешение главка о штанговом креплении. Какой там глав, какие штанги? У тебя в туннеле заваруха.
Ты это дело ликвидируй. И немедленно. Есть у тебя парторганизация, есть профсоюз. Действуй. Так с умом действуй. Через 2 недели горпарт-актив по решению съезда. Учти. У меня все. А у меня нет. У меня нет, товарищ Кондаков. Вы директор комбината. Давайте о деле поговорим. Я почти весь свой отпуск убил, чтобы отстоять наше предложение. Отстоял, привез разрешение. А вам тут и дела нет. Я настаиваю, слышите, настаиваю, чтобы завтра же в дирекции было создано совещание, на котором я доложу обо всем. И кроме того, я ставлю вас в известность, что не позже, чем через неделю приступлю к установкам первых штанг. Вот теперь и у меня все. Пойду-ка я к Трифонову. Павел Харитонович сидел в комнате партбюро один и что-то писал. Можно? О, сам начальник явился. Говорят, с победой. Здравствуй. Привез разрешение на штанги? Я-то с победой. А вот вы здесь чем похвастаетесь? Судя по всему, бурно живете. Сядь, товарищ Арефьев. Сядь. В ногах, говорят, правды нет. В крике и в словечках громких тоже. Ну так ты выдай мне ее, эту правду. Не держи в заперти, выдай. А тебе как, на вынос или распивочно? Шутишь, спектакль разыгрываешь. Диалог начальника строительства с партийным секретарем. Начальник орет, петушится, а секретарь все знает наперед, солидно молчит и хранит высшую мудрость. Так вот положи ее на стол, эту мудрость. Самое время приспело. Но я, как начальник строительства, как хозяин... А, значит, ты в роль вошел. Хозяин, говоришь. Над кем же ты хозяин? Я рабочий человек, Андрей. И спектакли разыгрывать не умею. И мудрости тебе никакой выложить не могу. Вот так вот открыть кубышку и выложить. Нет у меня такой кубышки. Самому еще кое-что продумать надо. А заметка в газете? Как-то уж очень хитро она составлена, еще без подписи. В чем тут дело? Посмотрим. Будущее покажет. Я убежден, что Полесской склочник. Политический склочник. Есть такие. Все высокой политикой объясняют. А на поверку проще выходит. Для себя, для своей же выгоды жар загребают. Я, Павел Харитонович, сейчас полстраны проехал. Все люди какие-то спокойные, уверенные. У всех съезд радость вызвал. Да, теперь на первом месте дело. Конкретное дело. Оно решает. Именно. Ну ладно, я пойду. Мне надо еще с Орловым встретиться. Я шел к Григорию как другу единомышленнику. Здравствуй, старик. А ты? Приехал? Да, только что. Ну, здравствуй, Гриш. Что же у нас происходит? Ты разговаривал с рабочими? Нет. О чем я буду с ними говорить? Что я им скажу? Сейчас не то время. Так. И ты туда же. Какое это не то время? Полесский, что ли, тебя убедил в этом? Чем это время не то? Мы же договорились, что организуем курсы бурильщиков. Бурильных работ у нас хватает. Поможем рабочим приобрести вторую специальность. Вот и заработок. А насчет времени... Мне трудно ответить тебе на это коротко одной фразой. Но факт остается фактом. До сих пор мы жили как под стеклянным колпаком. Мы были слишком доверчивы. Это общие фразы. Да пойми ты, Андрей. Ведь человек отличается от животного тем, что он мыслит. Понимаешь, ты мыслит. И не может мыслящий человек узнать все то, что произошло на съезде, и спокойно перейти, как ни в чем не бывало, к очередным делам. Не может. А что он должен делать, этот твой мыслящий человек? Распустить нюни? Волосы на себе рвать? Я уже полдня на стройке. Я привез из Москвы разрешение на штанговое крепление, и никого это не интересует. Да что это такое? Что это такое в самом деле? Ты думаешь, я не понимаю, как все сложно? Как нелегко в каждом конкретном случае отделить правильное от неправильного?
Но надо быть верным в главном, Григорий. Вот жалко, что здесь нет Ирины. Она была бы на моей стороне и сумела бы доказать тебе, что... Ирина в Заполярске, ты оставь ее. Но я уверен в ней. Да, ты, конечно, уверен в ней. А меня ты ни в чем не убедишь. Я тебе больше не верю. Григорий, я не понимаю. Перестань, ты все понимаешь. Ты все понимаешь. Ты знал, что ей на меня наплевать. Что она любит тебя. И в душе смеялся надо мной. Да, ну, Григорий... Да-да, смеялся. Надо быть верным в главном. А дружба это не главное? А товарищем быть не надо? Я никогда ни в чем не обманывал тебя, и Ирина тоже. Когда Ирина рассказала мне все, я решил никогда не касаться этой темы. Но я не знаю, кто прав здесь, кто виноват. Знаю только, что жизнь моя сломана... И в этом виноват ты. Не знаю, вольно или невольно, и больше говорить нечего. А в чем тут моя вина? В чем моя вина? Я перед тобою чист. И я чувствую, что тут дело не только в Ирине. Нет, нет, здесь какие-то более глубокие причины твоей неприязни ко мне. Но какие, Григорий? День было назначено совещание в кабинете у Кондакова. Оно прошло вяло. Я просто не узнавал нашего директора после возвращения из Москвы. Он весь как-то обмяк. Казалось, что из него вынули стержень, на котором держалось его грузное тело. А через 2 дня в штольне, на том самом участке, где 2 месяца назад Ирина Волошина брала образцы пород на анализ, началось штанговое крепление. Это был торжественный для нас всех день. Точки для бурения, отмеченные белыми меловыми крестиками на своде туннеля, казались мне маленькими звездочками на темном небе. Я провел на участке весь день, пока все штанги не были установлены. Как все изменилось теперь. Весть о новом способе крепления, о том, что теперь уже не будет полной зависимости от снабжения цементом, разнеслась по штольне. Рабочие меня поздравляли, мне хотелось петь, мы добились, чего хотели. Через 1/2 года, от силы через 8 месяцев, мы закончим строительство, и первый поезд пройдет по туннелю, нашему туннелю. Работа продолжалась. Через 5 дней в туннель пришел Кондаков посмотреть на штанги. Бурите? Бурим. Метровые скважины точно до отметки. Да уж, тут ошибаться нельзя. А это готовые? Да, штанга забита, шайбы и гайки завинчены до предела гаечным ключом. Вот и все. Так просто. Ну что, раз у тебя есть разрешение из главка, тем лучше. Давай, давай. Где Агафонов? Агафонов где? Вот он. Вот он, помогите, товарищ. Ну и глыбища. Тише, тише. Осторожней, осторожней. Она его здорово придавила. Он без сознания. Смотрите. Вот. Ух ты, какое отверстие в своде тоннеля. Где вагонет? Осторожно, осторожно, кладите его. Тихо, 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 тихо. Он жив, только без сознания. Ах.
Я вынужден отстранить тебя от работы, Арефьев. Должен за это кто-нибудь ответить? Мне, что ли, за тебя под суд идти? Раз есть авария, должен быть и виноватый. Ну, ладно, я пошел. На другой день после катастрофы, проснувшись, как обычно, рано, я поспешно вскочил с постели. И вдруг вспомнил, мне некуда торопиться. Я уволен. Потом наступил вечер. Я сидел в комнате, не зажигая света. Можно к вам, Андрей? Ирина! Вы! Ну, проходите же, входите. Я все знаю, Андрей. Я прямо из Заполярска. Только что была в больницу Агафонова. Ему лучше. Привезла письмо для вас. Вот. Да зажгите же свет, ну как же вы читать-то будете? Послушайте, мне лучше. Слышал, что вас обвиняют за это дело, только это глупости. Горняцкая работа такая, что всякое случается. Мы с вами еще не одну гору прорубим. Ой, Ирина, вы... Ну, да что ж вы не раздеваетесь? Ну, давайте я помогу. Когда я сюда ехала из Заполярска, то думала только об одном. Дело ведь серьезное. Комбинат возражал против штангоукрепления. Вы настояли, и произошел несчастный случай. Вам, наверное, кажется, Ирина, что у меня железная воля и сомнений в душе никаких. Чепуха все это, чепуха. Вот сегодня я первый раз за свою сознательную жизнь не пошел на работу. Орлов не пришел. Я сидел и думал, и я понял, что человеку мало знать, что он не один, мало знать, что у него есть друзья и товарищи. Ему надо... Как вам это объяснить? Знать связь вещей. Я внимательно вас слушаю, Андрей. Говорите. Дайте мне руку. Вот так. Понимаете, мне важно. Важно определить свое место во всем, что сейчас происходит. Мне надо понять, в каком соотношении находится моя линия жизни с тем, что говорилось на съезде. Мне очень важно, Ирина, чтобы ты поняла меня сейчас. Я знаю одно. Я нужна тебе в эти минуты. Ты был в Москве? Меня предали, Ирина. Предали дважды. Я не хочу вспоминать об этом. Не хочу. Если бы можно было бы хотеть или не хотеть, заставить себя не думать. Ирина, мне очень трудно разобраться во всем этом. Но вот я сидел вечером один и думал, почему ты не приходишь? Мне казалось противоестественным, что тебя нет рядом. Ну, наверное, это потому, что в беде легко стать эгоистом. Да ты не в беде, ты в борьбе, Андрей. И не бойся меня обидеть, никогда не бойся этого. Тогда все будет ясно и просто. Ты что, уже уходишь? Да, я сейчас уйду, потому что я с поезда поехала прямо к тебе. А меня ждут в лагере, беспокоятся, наверное. Вот и все. Ирина. Я уйду и приду. Снова уйду и приду. Ты можешь считать меня всегда рядом. Ну вот. А теперь я поглажу твои волосы. И до свидания. А я все-таки верю. Верю, что ты меня позовешь когда-нибудь. Ну что ты тут будешь делать? Верю! И вот я снова один. Светлые тени, одна догоняя другую, бегут по моей комнате, по стене, полу, потолку. Вот они уже на том месте, где сначала сидела, а потом стояла Ирина. Федор Иванович Агафонов,
умер в больнице. Не стало человека, с которым я познакомился 2 года назад, впервые придя в туннель. Все кончено, я никогда больше не увижу его. Никогда? Что стоит мои мысли, рассуждения перед лицом этого страшного события? Никогда. Нет и никогда больше не будет Агафонова. Что же мне делать? И тут я получил вызов из обкома партии. Войдя в приемную секретаря обкома, я неожиданно увидел там Трифонова. Когда мы вошли в кабинет, Баулин стоял у окна и глядел на широкую панораму порта. Садитесь. В обком звонили из управления комбината. Жалуются, что партбюро подрывает единоначалие. Это так? Нет, не так. Кондаков отдал приказ об отстранении начальника строительства Арефьева от работы. Партбюро с этим не согласно. Единоначалие свое Кондаков проявил, никто ему не препятствовал. Только он один начальник, а у нас партбюро. Мы не согласны, вот и все. Большинство не согласно. Я не вполне понимаю позиции бюро. Формально вина товарища Арефьева как будто бесспорная. Окончательно об этом можно будет судить только после выводов технической комиссии. Почему же бюро торопится? Бюро располагает данными более серьезными, чем любое решение комиссии. Какими? Самим Арефьевым. Мы его знаем. Допустим. Однако вам никто не давал права заранее выносить столь категорическое суждение. Есть у нас такое право. Это с каких это пор? С каких пор? Да как тебе сказать, Михаил Петрович? По-моему, у партии всегда такое право было. Доверять честному человеку, не по бумажке о нем судить. А 20-й съезд это право подтвердил. Так я думаю. Но первичная парторганизация – это еще не партия. Нет, партия. Когда речь идет о своем коллективе, о своих коммунистах, мы и есть партия. Ты как решение съезда понимаешь, Михаил Петрович? Что ты имеешь в виду? Да боюсь, товарищ секретарь, что были у нас такие люди, которым казалось, что низовые партийные организации только так, для бесспорных дел существует. Соревнования поднять, там, план выполнить, прогульщиков обсуждать. Обязанностей много, прав мало. Так вот, не будет теперь после съезда этим дело ограничиваться. Но Кондаков директор комбината. А хоть сам Господь Бог. А почему вы все время молчите, Арефьев? Он молчит. Он уже несколько суток молчит, переживает. На моей совести жизнь человека, товарищ Баулин. У Кондакова были все основания отдать такой приказ. Я благодарен бюро за поддержку, но принять ее не могу. Я виноват. Виноват. Я хочу только сказать, что иначе поступить не мог. То, что произошло, не может скомпрометировать штанговое крепление. Допущена какая-то неточность. Комиссия установит, что произошло. Наверное, в чем-то я виноват. Комиссия все установит, и если ты виноват, ты получишь, что заслужил. Но разве дело только в этом? Павел Харитонович, да? Ты не обидишься, если я прошу тебя оставить нас с Арефьевым вдвоем? Нет, не обижусь. А потом не поленись, зайди еще ко мне. Ну, обязательно. По-видимому, Арефьев, бюро в вас ошиблось. Ты думаешь, перед лицом Агафонова его смертью сейчас отступаешь, руки опускаешь, от борьбы хочешь уйти. На руку Полесскому действуешь. Полесскому? Да-да. Этому склочнику и демагогу выгодно выбить тебя из седла. Он сейчас в любом человеке, который настоящее дело предпочитает грязной болтовне, личного врага видит. А ты раскис. Ты подумал, что после 20-го 21-й съезд будет. С чем мы к нему пойдем? Со слезами в платочке? С твоим недостроенным туннелем? Партии не покаяние нужно, а сердце твое
руки твои, мозг. Открытые партийные собрания нашего строительства, посвященные итогам 20-го партсъезда и задачам туннель-строя, происходило в Доме культуры. На собрание приехал Баулин. Доклад сделал Павел Харитонович Трифонов. Он коснулся в нем несчастного случая в туннеле смерти Агафонова. Сказал, что у бюро есть свое мнение о доле моей вины, но оно считает нецелесообразным выносить его на обсуждение до выводов официальной комиссии, которая сейчас работает. Почти все выступления, чего и кого бы они ни касались, были критическими. Мне иной раз казалось, что наше собрание напоминает костер, который горит пока ровным огнем, но каждую минуту можно ожидать, что пламя его ярко вспыхнет. И тут слово взял Полесский. Полесский громил всех и вся. Он высмеял Кондакова, как одного из бюрократов-аппаратчиков, теперь потерявшим управление. Потом Полесский стал говорить обо мне. По его словам, я был карьеристом, жестоким администратором, не справившимся с коллективом и готовым пожертвовать всем, даже человеческой жизнью, ради собственной выгоды. Полесский говорил не только обо мне. Он хотел убедить собрание, что я далеко не единичное явление. Зачем я рассказываю все это вам, товарищ? Потому что многие деятели не понимают моей прогрессивной роли как редактора. А у меня нет секретов от рабочего класса. Вот я весь здесь перед вами, да. Но есть и другая причина тому, что я поднялся сейчас на эту высокую трибуну. Это чувство глубокой удовлетворенности. Справедливость восторжествовала, и такой человек, как Арефьев, раскрыл себя до конца. Что раскрыл? Я знаю, Харитонович, ты давнишний, так сказать, традиционный защитник Арефьева. Но на фоне его преступления это твое поведение кажется мне, по меньшей мере, странным. Насколько я слышал, выводов комиссии еще нет? Официально еще нет, товарищ Баулин. Но здесь, на партийном собрании, я думаю, можно сказать то, что завтра будет известно всем. Комиссия единодушна в том, что Арефьев виноват. Слово! Тише, тише. Все скажут. И вот что, товарищ. Полесский тут что-то тень на плетень наводит. Сочувствие себе ищет. А в чем сущность дела, не говорит. Ну, а я человек грубый, так-таки напрямик и скажу. Дело, значит, в том, что бюро горкома сегодня днем решило снять товарища Полесского с работы в газете. Вот и все. Это решение должно быть утверждено обкомом. Это не демократично, товарищи. Я номенклатурный работник. И номенклатуру! Это редакция потребовала, чтобы его убрали! Спокойнее, товарищи, спокойнее! За обком Полесской не беспокойтесь! Ваше дело мы разберем с соблюдением всех норм демократии! Долой Полесского! Исключите его тут же из партии! Довольно ему воду мути! Дайте мне слово! Тише, товарищи! Товарищи, тише! Я уже сказал, что все сегодня получат слово. А теперь послушаем главного инженера товарища Орлова. Товарищи, я, может быть, должен был бы сказать это и раньше, но все равно. За час до собрания ко мне пришел бурильщик с жалобой на неправильный расчет. Я велел бухгалтеру поднять наряды и увидел, что рабочий действительно бурил отверстие большего диаметра, чем было записано в наряде. Его обсчитали. Позвольте, а какое отношение это имеет к данному собранию? Прямое. Это был рабочий, который бурил отверстие для тех штанг. Ну, для тех, которые устанавливал Агафонов, товарищи. Не может быть! Товарищи,
Товарищи, дайте мне слово. Товарищи, я все понял. Понял. Орлов, как фамилия Бурильщика? Осипов. Слово имеет товарищ Арефьев. Товарищи, произошло нечто такое. Ну, слово мне это не приходило в голову. Дайте мне сказать. Поднимитесь на трибуну, товарищ. Мы вас слушаем. Товарищи. Моя фамилия Осипов. Не было у меня под рукой нужного бура. Сломался. Ясно? Я об этом начальнику участка доложил. А он говорит, бури. Все едино, что 2,5, что 3. Все равно, мол, из этой ерунды... Товарищи, только я не из-за расчета, не из-за 0,05 пришел к главному инженеру. Я вижу, человек пропадает. Товарищ Арефьев. Понял я, нельзя так. Не по-рабочему это. Не по совести. Вот теперь все. Товарищ Рожицын, это правда? Ты пойми, от этого зависит так много. Товарищи, понимаете, если штанга не точно соответствует диаметру отверстия, то она не может держать породу, и тогда, естественно... Отвечай, Рожицын! Это правда. Я сидел в своей комнате, ошеломленный всем, что произошло на собрании. Отворилась дверь. Извините, я зашла только на минутку, чтобы поздравить вас. Куда это вы собрались? На вас сапоги, брезентовая куртка и даже рюкзак. В горы. Зачем тебе уходить? Я ненадолго. Посмотри в окно. Я дойду вон до той горы и обратно. Я очень скоро вернусь, ведь здесь мой дом. Я остался у окна. От нагретой весенним солнцем земли, теперь, когда наступили сумерки, поднимался туман. А потом, наверное, подует ветер, резкий, холодный, и разметет его в клочья. Ирина пошла вон на ту остроконечную гору, совсем близко, 5-6 километров отсюда, не больше. К вечеру она вернется. Она так сказала. Люблю ли я ее? Я не знаю. Она была рядом со мной в самые трудные дни. Ирина живет тем, чем живу и я. Как это она сказала там, в туннеле, когда мы брали породу? Выше горной вершины. Потом снова выше. Почему эти слова мне тогда показались странными? А сейчас я все понимаю. Они есть. Конечно, есть эти невидимые глазам дороги. И тот, кто всегда хочет идти вперед, тот, кто хочет дойти, должен выбрать одну из них. Напрасно искать указатели и следы на дороге. Их нет. Никто не опережал нас на этом пути. Не об этом ли думала тогда Ирина? Когда она вернется, я спрошу ее.